Барабанов, и это новостройки Санкт-Петербурга. Мы сегодня разбираем ЖК ЦДС Новосаратовка, либо город первых, его еще называют, от надежного застройщика ЦДС, который более 20 лет на рынке Санкт-Петербурга, строит качественно, вводит свои дома в эксплуатацию вовремя, либо даже раньше срока. Такой опыт у них есть, поэтому искренне рекомендую. Сегодня мы разбираем двухкомнатную квартиру. В прошлых роликах мы разбирали студию однокомнатную, евро двухкомнатную. Если для вас они актуальны, то по ссылкам ниже в описании можно с ними ознакомиться. По локации находится Новосаратовка в Всеволожском районе. Соответственно, локация Новосаратовки. Ближайшие станции метро их две. Это Пролетарская, 10 минут на транспорте, и Обухова, 15 минут на транспорте. Так, дом монолитно-кирпичный, теплый, надежный. Сейчас пробежимся по планировке, далее расскажу преимущества, покажу на карте и в реальном времени, как выглядит на сегодняшний день ход строительства. Давайте пробежимся по планировке. Также напомню, что стоимость квартиры актуальна на момент съемки. Сегодня 11 марта 2021 года, поэтому к моменту обращения, имейте в виду, может поменяться стоимость, так как рынок очень активный в Санкт-Петербурге. Недвижимость, да, это твердый актив, который постоянно растет. Так, общий метраж здесь 50 квадратных метра, прихожая 8,2 квадрата, есть ниша под шкаф, ванная раздельная 3,1, раздельный санузел 1,4, одна из комнат 11,4, вторая комната 10,66, кухня 15 квадратов, просторный достаточно, и выход на лоджию 3,6 квадратных метра по стоимости на сегодня 5 445 755 рублей, второй этаж из 22. Квартира сразу с чистовой отделкой, это то, когда вам заморачиваться с ремонтом не придется, только завезли вещи и счастливо живете. Также напомню, что приобрести квартиру можно вместе со мной, так как услуги для вас бесплатны. Почему стоит это сделать вместе со мной? Да? Потому что услуги для вас бесплатны, так как их оплачивает застройщик. При этом все цены от застройщика, все акции приходят через застройщика, юридически сопровождаем. Если понадобится ипотека по лучшим ставкам, вас можем одобрить. У нас есть свои ипотечные специалисты и онлайн-оборот со всеми банками. Для одобрения вам в банк бегать не придется, только на подписание, когда будет сама сделка. Если вы из другого региона, поможем провести дистанционную сделку. И, конечно же, помогу подобрать квартиру конкретно для вас по вашим параметрам, так как покупка квартиры – это индивидуальный момент. Поэтому, чтобы забронировать и выбрать лучшую квартиру, напишите мне WhatsApp по телефону, который указан ниже в описании, либо позвоните. Давайте пробежимся по окна на запад, первый квартал 24-го сдачи. В этом корпусе, в этом же квартале будет выдача ключей. Квартиру можно приобрести как за прямые деньги, так и в ипотеку. Если планируется ипотека, ипотека здесь действует господдержка, это 6,5% либо даже ниже, но она не бесконечна, до 1 июля она только действует, поэтому поторопитесь. Оставьте заявку на одобрение, покупку квартиры ниже в описании, напишите мне WhatsApp. Давайте пробежимся по преимуществам. Проект комплексного освоения территории, безбарьерная среда, квартиры с мастер-спальнями есть, видовые характеристики на последних этажах, два вида отделки, дворы свободны от автомобилей, будете в безопасности, коммерция на первых этажах, далеко в магазин ходить не придется. А здесь располагается проект Новосаратовки, рядом здесь Рыбацкая, Пролетарская. А вот он уже центр Петербурга, то есть здесь относительно недалеко. Рядом, кстати, с него еще находится, это здорово. Все то, что рядом с водой, очень хорошо ценится. Это панорама январьская, сейчас уже март, а сейчас, ну вот, более свежий ход строительства, да, уже, в принципе, начинают строить. Поэтому, друзья, если хотите провести квартиру в Новосаратовке, двухкомнатную, либо меньшего метража, либо большего, просто напишите мне WhatsApp, либо позвоните, помогу подобрать квартиру конкретно для вас по вашим параметрам. Все услуги бесплатные, их оплачивает застройщик, все цены от застройщика, все акции при их наличии от застройщика. Одобрим по ипотеке по лучшим ставкам, если это понадобится. Если вы из другого региона, поможем провести дистанционную сделку. Поэтому, чтобы забронировать и выбрать лучшую квартиру, напишите мне WhatsApp. Бесконечно благодарен за просмотр, друзья. Ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Подпишитесь также на мой Instagram, TikTok и на этот канал, если вы еще этого не сделали. До новых встреч и роликов, друзья. Пока-пока.